Николай Романов – ученик лицея номер 15, постоянный участник престижных соревнований и конкурсов в направлении проектной деятельности. Школьник – призер региональных этапов олимпиад по астрономии, математике, информатике. Николай увлекается направлением информационной безопасности. Он разработал 3 проекта – система предотвращения вторжений, декларативный язык программирования, система интеллектуального анализа данных. Школьник стал лидером на всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы». Николаю хочется и дальше развивать информационные технологии и работать в этой сфере. В сервисе мы работали над проектом ВК. Этот сервис для спикеров был, для интерактивных презентаций, чтобы можно было с аудиторией общаться, задавать им какие-то викторины, задавать опросы и всякое такое. И вот после «Больших вызовов» дальше продолжили работу над этим проектом. Проект перешел к компании ВК. И вот сейчас вместе с компанией ВК, с другими сотрудниками, там команда большая, 24 человека, работаем над этим проектом. Николаю Романову вручили благодарственное письмо за значимые достижения в образовании и науке. Торжественная церемония награждения «Лучшие из лучших» прошла в здании администрации. На сцену поднялись 15 ребят, которые в минувшем году наиболее активно проявили себя в сфере образования, культуры и спорта, стали победителями и призерами престижных фестивалей и конкурсов. Мероприятие приурочили ко Дню науки. Александра Симакова занимается в вокальном коллективе «Аллегро» молодежного центра. Музыка в крови у девушки с самого детства. Считает, что если есть желание, терпение и усилия, то можно добиться больших высот. Моя семья поет на гитаре целую жизнь, и, глядя на родителей, я захотела петь и выступать на сцене, поэтому пошла к педагогу. Занималась в «Зебре» у другого педагога, и как-то так получилось, что перешла к Алле Васильевне, и теперь я состою в коллективе «Аллегро». На сцене я чувствую себя как дома, мне очень нравится. Также наградили педагогов и наставников ребят. Лучшим из лучших подарили ценные подарки. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.